Сколько она стоит одна? 900 миллилитров 199, а литр 2 249. Таких больше. А, нет, вот большие. Вот эти две большие. А там еще больше, да. Еще больше. Нет, этих достаточно. А, вот это 1,2, тогда килограмм влезет. Да. Так, здесь сервиз. Тетя Полина взяла. Да. А это еще. А это для воды. Салатница, супница. И графин со стаканчиками. А вот эти тоже удобные. У меня я такие тоже брала. И тесто резать классно. Так, еще у тебя же такие? Кастрюли. Вот эти вот всякие разные. Ой, какие черные. Классно. Ну-ка. Ой, класс, легкий. Да? Да, да. Да, легкий. Угу. Я думала, он такой тяжелый. А индукцию? Да, да. Чайничек. О, это чайник. Подскажите? Да. Вот смотри, Сань даже здесь сказали. О, это вот эти вот. О! Тяжелые. Тяжелые, да? А вот, Алин, смотри, ты хотела, нет? Да, но я теперь размер-то не знаю. С крышкой. Да вот серенькие есть. За 400, да? А что думаете, в Волгограде этого нету, что ли? Не войдет из... Не знаю. А здесь шпильмитель. Интересная для кухни. Вот сюда набираешь этот шпильмитель. Да. Ну интересно, что. Интересно, ну. Вот это мне не нравится только, что вот эти пластик везде. Лесь. У меня уже. Вот поливать точно. О, Саня. Данки купи. Это Саня в огород поливать. Саня, это да, он, если вечером уйдет, то на неделю пропал. Ходьбы, О, смотри, тазики как раньше были. Только желтые еще были, да? А, вот как ведро. Ведро, вот. А этого не было, это новое, да? Или нет? Было? Что-то я даже не помню. По-моему. Вон как в Италии. Да, в Италии. Вот, там смотри, футбольное это есть, я даже не видела его. Чего? Я реально не видела футбольное поле там. Вон, видите, как в Италии эти велики. Велосипеды, да. Здесь и баскетбольная площадка, и футбольная. Везде заняты, да? Везде играют. Мангальная зона. Там. Как тебе в России? Я не сомневалась в этом. Погостили, хватит. О, Алина пришла. Выстрелить водичку. Большое. Давайте, спасибо. А? Холодное и сладкое. Че, Алин, вкусно? Такие большие стаканчики. Просто. У меня выше, а у тебя должен. Пойдемте. Главное, что холодный, понятно. Он пробует для бани. Пойдет или не пойдет? Смотрите, какой домик для белочки. Посмотрим, что у нее там. Вот. С лесенкой, все как положено. Жуть. Как красиво. Вот кто себе нашел домик. Сидит себе там, наблюдает над всеми. Вот улетел.
О, Сань, их покрасили, да? Покрасили их? Или они были крашеные? Мне кажется, как будто их покрасили. Хорошо? Вот мы первый раз косим здесь травку. Здесь уже хорошо выросло. Но здесь, к сожалению, не очень. Кто-то просил дождик. Пожалуйста. У нас лужи. Саня сидит в машине. И Даня с ним. Где-то Саша здесь потерялся. Мы в метро приехали. Мне надо было еще для автоклава банки купить. Так, ищу Сашу. Где-то он потерялся тут. Или я потерялась. А нет, он не здесь. Вот здесь вот такое метро. Так же, как и в Германии. В принципе, все. И цены тоже такие же. Так, ищем. Моя тетя стоит. О, где-то я Алину слышала. Нет. Так, где они? Вон они идут. Привет. Ладно, нашлись. Что, Саня? Я твою реакцию просто хотела посмотреть. Я еще не это. Вот я взяла циво, салфетки бумажные, полотенца. Потом Саша вот нашел такой гель-бальзам после укусов попробовать. Вот такие вот спиральки от защиты от комаров. Здесь 10 штук. Потом Дане в сумочку взяли, чтобы он себе опрыскивал от клещей, от комаров, так как он часто на улице находится, чтобы у него с собой всегда была. Банки для автоклава взяла, ну и крышки твистов. Еще хочу тушенки закатать. Ребят, мы приехали опять в сервис. Я здесь менял масло. Это фирма Масломарт. Замена масла здесь бесплатно. Если покупаешь у них масло, работа у них совершенно бесплатна. Я сейчас хочу поменять еще тормозную жидкость. Да, вчера ты заезжал. Было свободно. Сейчас узнаем, сколько время ждать тоже. Ну, надо запись или опять просто, да, заехать? Да. Нашли, да? Хорошо. Замена тормозной жидкости стоит 2200 рублей. Работа 1000 рублей, сама жидкость 1200. Все, пойдем на улицу. Все, пойдем, будем ожидать в районе часа. А мы пойдем сейчас вот сюда, в Орион сходим. Пока посмотрим Орион, мебель там, погуляем. Так, что, выгоняем их тогда? Да. Вы будете здесь ждать же, да? Да. Мастер может в любое время позвать. Пойдем позовем всех. Кто с нами пойдет гулять. Все, мы идем в Орион. Погуляем сейчас там, пока мужчины ждут замен масла. Вот мы зашли в Орион. Здесь внизу мебель.
такие вот диванчики. Цены. Ну, например, вот такой вот диван. Сейчас покажу вам цену. Стоит 281 700. Тут Полина сразу на массажный пошла кресло. Что? Красивый, да? Классный. Качество такое хорошее. Красивый. Такие вот есть диванчики. На любой вкус. Смотрите, полукругом так красиво. Кресло 32 тысячи. Этот диван, что 81 500. Походу раскладывается. Вот такой длинный, да? Длинный такой. Ой, какой зелененький. Красивый. Это расстегивается? Ого. Классно. Очень много выбора здесь. Красивые, да? Кресло вам то мне понравилось. Не знаю. Такое домой купить. Бизнес открыть, да? Людей приглашать на массаж. На массаж. Даже вот такой вот стиль есть. Меня опять. А это что? Цудумклюм. Так, образец такой, как стоит, 256-100. Эти подушечки хорошие. Они отдельно продаются или нет? Не, наверное, с диваном. А может, и отдельно. Вот какие кресла тоже дизайновские. Вот это красивое. 21 390 ташер такой. Он даже коротенький на столик. Душечка. Это стол такой интересный, да? Три столик какой? А почем столик? Нет цены. Мрамор. Типа под мрамор сделан. Как он там? Тоже выдвигается, ложится, спинки. Да нет. Большие такие диваны. Мне вот это мне понравится. Да, тоже очень красивый, классный, стильный такой. Угу. Такой велюровый. 232 800. Классно? Да. Расстегивается, ну? Стирается, снимается хорошо. Такие диваны тут красивые. Такой длинный, да, вот так на одну такой стену. Такой у нас зал длинный. Да? Да. Классно. Только 3,5 метра. Ну, только он другой. Ну, ну. Такой рыжий. Хороший такой. Да. Мне тоже нравится. Много тоже людей сюда нравится, может сесть. Ну, видишь. Он темный, такой темно-бордовый. Идем потом. Ну, внутри сейчас. Можно. Ну, сейчас можно, сейчас, а потом, потом. Да. Тоже а красиво. Вон, бабушка же такое взяли. Да, мам? Все. Только цвет такой. Ну, что-то такая похожий, цена. Да? Так это он и есть? Нет. Нет, нет. Нет. А, этот раскладывается еще. Вот это как? Этот раскладной 73 350. 70, тоже 70, красивый 70, такой. Нормальная цена. Здравствуйте. Красивый. Так, теперь сюда идем. Тоже вот столик какой. 10 490. Как красиво. Ух ты, стеночка какая, да? Красивенько. Синий, кто любит синий цвет. Зеленый. Какой стиль красивый. Золотой, синий, бежевый. Красиво. Ничего себе какой, да? Ух ты, елки.
спальня. Шикарная какая. Шикарная. Все. Вот здесь это дверь, мама. Так, здесь двери. Да, здесь двери красивые есть. Ванные. Мы уже как-то это тоже снимали, мне кажется. Уже даже не помню. Керамамарази. Керамика. Декоры. Здесь тоже плитки, всякие керамики. Бады. Опять двери. 60 сантиметров у нас там всего места. Двери здесь шикарные. Да. Здесь двери. Вообще все шикарно. Так, здесь постельная. Ну, конечно, постельная хорошая. Здесь... Скидки до 50%. Лестница. Вот нужно заказывать. Ванные, кресла. О, эти появились холодильники. Сейчас посмотрим. Встроенный, может, есть у них. Нам для встроенной надо. Такой. Ой, тут ничего нету. А, холодильник. Угу. А вот, смотри. О, прикольный. Класс. Есть. И вот есть. В принципе, как у нас и был, да? Классненько. Так, что у нас тут? 103 тысячи. И морозилка. Надо папе показать. Появились, то не было. А, вот здесь просто чисто морозильные камеры. Тоже есть. Морозильник? Ага. Липхер. А, заклеенный, наверное, еще. А, ну, здесь же эти. Ну. Здесь тоже, а это синь какой-то, нет, вот, липер есть, они заклеили, наверное, еще. Надо папе сказать, что появились, а то не было, вот это шикарный такой, да? Это тут или там открывать? А, разницы нет, он и там открывается. Сейчас, смотри, здесь это стоит. А, ну можно менять, смотря с какой стороны же. Ну да. Красиво. Такой. Даже если два рядом. А, это морозилка и холодильник. Видишь, можно даже два рядом ставить, да? Классно. У меня всегда это слово паразитное, классно. Алина. Он такой классный. Так, пойдем дальше. Пойдем микровеллу посмотрим, Алин. Ага. Так. О, Боши есть еще. Так, а вон микровелла Бош. Смотрите, какие здесь обои красивые. Выбора тоже очень много. И они такие длинные, метровые. Ох, какая красивая. В России вообще красивые обои. Выбора много очень. И типа пупс, да? Да. Декоративный. Классно. Опять этот классный. Он меня... Это слово меня преследует. Красивый, да, тоже? Но... Тоже как пупс. Мне нравится. Угу. Декоративный. И вот эти точечки тоже есть. Да, да. Здесь всякие... Такие Ома любит. Такие? А, ну у нее уже это в зале такие, в комнате. Всякие. И такие что-то у нее уже. Вот такие у нас были, такие моющие. Ага. Блестящие такие. Ага. Что-то. На кухне у нас такие уже были. Да, потому что выбора в Германии у нас не было. Ух ты, смотри. Такие блестящие. На камеру даже так не передается это все. Это Вова понравится. Видео покажи. Красивые. Тоже блестят. Почему на камеру так не передается? Жалко. Вот. Это почти как у Омы, смотри. Да? Похожие сильно.
Класс, да. Класс, да. И кто цветочки тоже любит, да? Да. Ну, цветастые такие. Ух ты, какие, смотри. Угу. Ну, это уже не мое, конечно. Мама, смотри. Да. Чего ж такие в Германии? Я в себе в комнату по такие не взяла. Много тенек. Цветочки. Узор, всякие цветы, разные это. Цвета. Под дерево. Все, пойдем. Посмотрели. Вот те красивые, смотри, наверху. Ну, как умные. Ну, как умные. Такие же такое. Красивые. Здесь выброс только. Вот мы поднялись наверх. Здесь рай ламп. Там все полно. Здесь. Я не помню. Ну, кто новенький, не видели еще? Сейчас увидят. Сколько ламп. Вот сколько разных. Очень большой магазин и очень много выбора ламп. Все, мы вышли с магазина. Тут объездная. Идем. Нагулялись. Спина отваливается. А вон Саша стоит, ждет. Вот. Меняют. Сейчас будут хорошие тормоза. Всем привет! У нас с сегодняшнего дня дождь. Мы вчера еще успели везде прополоть травку. Я 3 дня подряд полола траву. И потом вот Саша только мог ее постричь. Вчера постригли, навели порядки. Вот такая вот красивая она у нас теперь. Ну, конечно, есть еще где-то вот промежутки, где нет травки. Но потом это можно все еще досеять. Хотела вам наш огород показать. Вот такой он уже стал. Вот я досадила огуречики. Огурцы повылазили. Здесь вот не вылез один. Я сюда подсадила один. Надеюсь, он еще отойдет. Да, не балуйся. Вот помидоры уже вот такие у нас большие выросли. Даже есть помидорчики. Уже вот помидорчики. Так, здесь укроп вылез. Здесь вот помидоры будут тоже, вот помидорчики уже цветут. Вот, кустики отошли, все хорошо. Так, ягоды тоже. Очень много ягод у нас в этом году. Вот, висят. Вчера уже одну красненькую съели. Вот. Растут, вот эти уже тоже краснеют. Еще маленечко будем кушать. Редиска у меня вылезла. Сюда я паприку досадила. Вот, а здесь не помню, что-то здесь еще будет. Я уже не помню, не подписала, что будет. Ну вот, тут уже редиску видать. Вот, тоже скоро можно будет кушать. Вот сюда я тоже еще подсадила помидоры вчера. Тоже должны отойти. Вот здесь свекла точно, лук. Это, наверное, морковка сюда попала, хотя я морковку где-то здесь сеяла. Сюда я подсадила цветочки, что у меня на подоконнике еще оставались, потому что некуда. Впереди мы ничего еще пока не сделали, не успели. Поэтому пока сюда, потом посмотрим. Щавель я отрезала его, поели весь.
весь в дырках был. Вот это кабачки еще я посадила, вот они вылезли. Здесь один не вылез, я вчера тоже досадила. Посмотрим. Надеюсь, тоже вылезет еще. О, я вышла раздета, холодно. Цветочки начали цвести. Вот какие красивые тоже. Это тоже скоро выйдет. Вот здесь, там цветет. Малинки много будет. Ой, замерзла я. Пойду заходить. Хочу травку, хочу вам еще показать. Так, красиво уже. Теперь чистенько, аккуратно все. Ну вот как. Здесь вот хорошо видать, что надо будет подсеивать еще. Так, и здесь. И вот так здесь выглядит. Тоже еще вот места немножко есть. Это все еще подсеем. Будет красота. Вот так сейчас это все выглядит. Очень нравится. Вот. Сейчас дожди пару дней будет, потом потеплеет. Я думаю, еще больше травы вылезет. Но сейчас аккуратненько все. Хорошо. О, теперь я пойду зайду. Надо было кофту одеть. О, холодно.